Синоптики считают, что температура предстоящего лета будет на уровне рекордных показателей. 2020 год может стать самым жарким за последние 5 лет. Однако стоит понимать, что в прогнозах не говорится об экстремальных температурах грядущим летом. По данным Гидрометцентра России, а именно научного руководителя Романа Вильфанта, предстоящее лето ожидается жарким, но неоднородным, с периодами потепления и похолодания. Но более продолжительные будут периоды с повышенным температурным фоном и дефицитом осадков, из-за чего будет повышаться уровень пожароопасности. Несмотря на то, что лето будет жарким, до конца мая тепла жителям европейской части России ждать не стоит. Даже в следующие выходные температура воздуха будет максимум плюс 15 градусов. В выходные дни в нашем регионе ожидается неустойчивая, прохладная и ветреная погода. Временами будут идти осадки различной интенсивности, а температурный фон окажется на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Ночью 0 плюс 5 градусов, местами возможны заморозки до минус 2. Днем столбики термометра не поднимутся выше плюс 10, плюс 15 градусов. Так что жителям Рязанской области нужно набраться терпения. Потеплеет не сразу. В мае, выходя из дома, не стоит забывать про зонт. Возможно, он еще пригодится.